Я ли за тобой бегать должен? Сука, проскользнула. Как же она не хочет со мной общаться. Hey, what? I'm ready. Just give the word and we'll meet you at the lobby in an hour. Hey, I'll take care of them when you're ready. Just say the word. I suggest doing it. Сука, заходит в комнату. Качина, блядь, погиб. Ты чё, свинья, блядь? Ты чё? Бля, Андрей, я не хочу больше жить. Погоди, нет! Нет, что ты наделал? Да я утомился, блять, я лечу ноги, они снова ломаются. Ты пойми. Вот уже тикают часики тикают, а ты все еще на одном месте стоишь. И вот ты выходишь, но жизнь тебя бьет по лицу. И ты обратно зашел в эту клетку, и ты начинаешь зашивать свои раны. Ты учишься на своем опыте, что же ты сделал не так. Возможно, стоит сделать что-то по-другому. Ты выходишь вновь, и ты продолжаешь идти. Жизнь тебя бьет, но ты убегаешь от этих проблем. Ты даешь леща этой жизни с раны, и ты продолжаешь бороться за свою жизнь. Ты стреляешься со своей смертью, а смерть тебя хуярит по лицу, по рукам. Ты побеждаешь, потому что, блядь, ебучая болтовка, нахуй, блядская, говнище, конченая, сука, дает по тебе 500 попаданий, и ты не умираешь. Поэтому ты выигрываешь в этой жизни. Да хрен знает, дружище, непонятно. Блядь, сейчас бы стопарик ёбнуть, сука. О чем думает типичный вояк перед смертью? Блядь. Чингис выиграл Шингис. Кто победит? Кто победит, Чингис или Шингис, блять? Да. Скилл фронтарков. Русский солдат в огне не горит. А вот Юсек сгорел. Бля, я не знал то, что там сгореть нахуй можно. Подо мной, да?
Бля. Ладно, он не ожидает, то что я тут. Зашибись. Пустовато здесь. Хоть и мне тут пиздец как не нравится, но выхода у нас нет. Не видит меня. Что-то тихо больно. Ну ладно. Опа. Надоело все. Бля, не, ну, берешь, короче, пиво, открываешь танки, открываешь Тарков. Ну, если компьютер позволяет. Смотри, идешь в рейд на диком, играешь, когда отыграл на диком 15 минут, идешь играть в танки на арте. Ну или там на каком-нибудь другом танке. И вот так вот чередуешь. Ты хороший стример, люблю тебя смотреть. Ты хороший зритель, люблю тебя читать. Не успел нажать. Свиток телепортации. А, нихуя у тебя ресов, блядь, братан. Пришел на хелпу, блядь. Ну, блядь. Ебать. Шо, и шо, шо? Ебать! Шо, красиво! Шо, нахуй. Пришел, блядь. Все, 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 молчу, молчу. Девочки. О, что? Go to that pontoon with the crank. It controls the chain. Несите в мир только добро, никакого негатива, блядь. Если вы будете отвечать негативом на негатив, то вы попадете в порочный круг, в порочный цикл бесконечной ненависти. И в вашей жизни будет только негодование по поводу того, как все хуево. Потому что это неправда. В жизни все заебись. Жизнь — лучшая в мире вещь. Ауф, нахуй. Сейчас соло сдох, тебе сказали, нету ресурсов, нахуй. Ой, блядь, иди нахуй. Лобоёб. Лишрак, не расстраивайся, дружище. Сейчас я 400 голды дофармлю. И пойдем обязательно закончим игру. Это ловить! Это ловить! Ты че, ебанутый? Ебать, да мне пацаны не поверят. Из-за того, что я тебя смотрю каждый день на втором мониторе, мама думает, что ты мой друг. Я даже не знаю, кто больше шизанутый, слушай. Это мило. О, ты не заметишь то, что тебе отрубили ногу. Ты будешь, ну, типа, по инерции идти дальше, блядь. И ты не будешь чувствовать боли. Чем идти? Ногой, блядь! Ну упадешь ты разок, ну и чё? Ты же будешь идти один хуй. Падать не за... Значит, не идти. Не идти, значит, не идти. Он не прав, точно могу сказать. Потому что, ну, достаточно опыта, вот, подворота ноги. А это даже не сломанная нога. Если тебя прям совсем адреналин ебашит, может, какое-то время ты не будешь замечать. Но когда у тебя подвернута, вот у меня, например, была нога, я не мог идти, потому что ты пытаешься наступить один шаг, и на этого шага достаточно, чтобы ты так охуел от боли, блядь, чтобы просто пиздец был. Типа, ты не, ну, даже ты не сможешь затерпеть эту хуйню, у тебя просто, ну, как бы, например, там кость не туда идет, типа, она просто не в том положении находится, и все, блядь. Блядь. Дебил! Вы слышали это? Блять, это сидел папич, как на шнырь курьера ждал. Такой типа. Блять.
Блять, это нелогичное действие, по-вашему? Пизда, блять, что это за хуйня, блять? Блять, а наконец-то меня этот чел не убил, блять. Да как же ты меня заебал, блять? Я сейчас с ума сойду, блять. Сука, у меня ж голова закружилась. Это просто пиздец. Просто уебок, блять. У меня лицо как у кота, блядь. Я там ору всех на хуйню. Иди нахуй, еблан, блядь. В этот момент начал Рамону трясти и орать: мы умрем, блядь! А вот это такой: да чхули ты, блядь, орешь, еблан. Это просто тип стоял какой-то. Короче, это лучшее видео, которое я видел вообще когда-либо в жизни. А! Боже! Надо меня пугать! Нет, нет, нет! Ой-ой-ой. Ты не трогай меня! Квадрат! Нет-нет-нет, только не нож! Да, хорош! Мне такой красивый рисунок попался, боже, не испортить бы. Это Дракула, который ест из туалета. Я все. Да блин, да как это опять мем? Тематика. А, это этот! Присутствует практически. Эти поздравления для Хёмы. Хёма. Добро пожаловать в взрослую жизнь. Тебе наконец-то 14, я не знаю, как в Латвии, но в России в этом возрасте выдают паспорт, и у тебя есть права. Надеюсь, в Латвии тоже в 14 выдают паспорт, так что с днем рождения. Счастья, здоровья, там всего-всего. Рамона! С 14-летием. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Все. Спасибо большое, Рамон, с поздравлением. Да, 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 да. Смотри, смотри, смотри. Паспорт выдали. Во, латвийский, смотри. Европа Савенибас, Латвия Республика. 14 лет исполнилось, видите? У нас все быстро работает, понимаете? Только исполнилось, а уже паспорт дали. Мне мама единственное, что как пыталась исправить данную ситуацию, что я сутулюсь. Во-первых, она мне сначала дала на все танцы, которые возможны, на гимнастику. Ну, короче, я не знаю, как это получалось, но, в общем, я на гимнастику, когда ходила, там обязательно нужно было стоять вот так. Ну, типа, короче, выпить и в грудь. Вот, и мама была так рада, когда приходила ко мне на занятия, но когда я выходила с гимнастики, я такая... Это нельзя было исправить. Я просто делала все, что мне говорили, а потом вот так шла домой. Кто-то ест говно, а кто-то пиццу с ананасами. Мы не вправе их осуждать, вот именно. А кому-то нравится блич. И кто еще больше говна ест из этих людей? Проснулся от собственного храпа. Бывало такое у кого-нибудь? Блин, я иногда просыпаюсь, у меня страшный сон снится от того, что я во сне пытаюсь закричать. Но во сне у меня не получается кричать. И у меня, короче, какой-то звук из гортани получается стрёмный. Я от него просыпаюсь. Какой-то как в ужасах какой-то такой. По кайфу, да?
Все, показываю котов. Ну, Пуфик, ну не будь таким. Пуфик, не будь таким. Пуфик, посиди. Так. Каменную кирку используем здесь. Ломай камень топором, быстрее будет. Спасибо. Спасибо большое. Ой, подожди, это не топор. Слушай, это не так. Это рофл, похоже, в чате. Я сразу разгадал твой рофл. А на Q, кстати, подсвечивают предметы, если что. Да? Кто там спрашивал? Вау, я спрашивал. Вау! Все. Вау. Другое дело. Бля, нафига нам эти монеты? Ебать! Кто это сделал? Ебать, я всех убил, гайс. Я думал, это... Я думал, я бутылку выпью сейчас. Я думал, я выпью бутылку. Как думаешь, кто победил бы в уличной драке? Стюарт Литтл или Рататуй? Ну, наверное, Рататуй бы отпиздил, потому что он как бы крыса, а Стюарт Литтл — мышь. Наверное, крыса разъебет мышь, скорее всего, с большой вероятностью. Хотя, может быть, Стюарт Литтл более сильный, как мышь, а Рататуй — слабая крыса. Может, он просто отхуярил бы. К тому же у Стюарта Литтла была собственная машина, на которой он ездил. То есть он мог бы просто сбить Рататуя и ноги ему сломать. А с другой стороны, у Рататуя есть куча родственников всяких, которые за него впряглись бы. И они просто отхуярили и обоссали бы Стюарта Литтла, потому что у Стюарта Литтла почти нет родственников. То есть у него есть какой-то чуханский друг-кот домашний в друзьях, который ни за что бы за него не впрягся. Плюс у него есть родители, которые даже его родителями, по-моему, не являлись у Стюарта Литтла. У него есть, правда, семья, люди, с которыми он общается, и которые просто отхуярили, расстреляли. О, песня Сигала. Блин, надо бы Сигалу еще клип записать, где он просто вот так вот будет стоять. Чтобы подписчиков дохуя было на канале и просмотров. И она реально добивается своего. Потихонечку, капля за каплей, вытачивает этот камень. Что делает Глория? Не хочу, блядь, чтобы все само, блядь. Стихи писать хочу, мне похуй, буду сидеть, ничего не делать, посуду даже мыть не буду теперь в доме у вас, раз вы такую хуйню предлагаете, даже теперь ничего не буду делать. Так, Cancer выбираем. Cancer, я так понял, это компания здесь. Старт Cancer. Меня выкинуло нахуй. Меня выкинуло из игры. Похоже на Cancer, действительно. Я твой подписчик уже больше года. Не пропускай стримы, мне кажется, что я отлично подхожу для того, чтобы отвлечь тебя четырем. Четыре хейдерам, спасибо большое за соток. Мы как раз нашли рак. Кстати, о Тинькове, да? Вроде куда-то еще можно было идти, я куда-то наверх вышел. В смысле? О, ноу. Все в порядке, ребят. Засейвил. Да иди нахер! Ты кто, блин? Снайпер Вульф? Шесть хп, ребят, нормально. Рабочая ситуация, 6 хп. Потому что я в детском лагере, когда был, там вот так вот водичка постоянно журчала. Господи, я вспомнил детский лагерь. Блин, чуваки, а у вас тоже дикость была? Типа, сон час, вам ставили по центру ведро, и вы все в ведро ходили. Блин, это реально было в 21 веке, серьезно? Я только сейчас это вспомнил, блин. Сейчас так же интересно? Просто жесть какая-то. Бляха. И так много вопросиков, я примерно... Подождите, это было при моей жизни. То есть в лагере, в детском, на сон час, чтобы не уходили люди, ставили ведро по центру. И кто хотел... Блин, на самом деле я это забыл даже, этот момент. Блин, насколько это дико, типа, просто... Ну ладно. О, машина, смотрите, ну-ка. Как он выйдет из этой ситуации? Ну ты чё, сука, на хвост ему наедешь? Нам надо водителя менять, ребят. Ну, давай на голову теперь этому наедь. Да, это, блин, ну, это я не знаю, это как с ребенком. Он говорит, папа, тебе нравится?
стена в говне, типа. Ты такой, да, доченька, так красиво. С девушкой, наверное, тоже, типа. Тебе нравятся сумерки? Да, 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 прикольно. Блин, Белла так, так играет. Вот это ее лицо. На протяжении всех фильмов, блин, класс, балдеж. Что вы делаете в моем холодильнике? Опа! Здорово! Блин, отсюда как будто бы это реально просто зеленые члены падают. Это ферма членов. Уходим, копы! Спокойной ночи. Да, теперь это их ферма. Блять. Тихо. Охуеть, чуваки, охуеть. Это фантомный блок вот этот меня зажал? Ебать, я сейчас только что мир не проебал. Вот этот фантомный блок меня зажал. Пиздец, вы видели это? Ферстаппен с троллом монголом назвал, все только поржали. Все, кроме монголов, чувак, ты слышал, что было? Монгольская федерация автоспорта, а такая есть. Очень сильно бугуртила по этому поводу. Ты рофлишь? Они, блядь, там, типа, взбаламутились все. Конная которая? Братой, как я удивляюсь, как вот Гудку удается просто каждый раз сделать все настолько плохо, что у него там просто люди... Ты у него вчера умер от голода, я у него вчера умер в санье, просто в бассейне с мочой, понимаешь? Это просто какой-то ужас. У него моча разлита просто по всей базе. И мало того, что она по всей базе разлита, он еще строит генераторы какие-то мочи, которые типа собирают воздух и делают мочу и льют ее просто на пол. Типа это просто какой-то ужас вообще. Вот тебе и дипломированный инженер. Как ты относишься к тому, что Гудок во время прохождения оксигена стабильно отправляет репликанта с именем Милхаруку смыть мочу и ухаживать за компостной ямой? Этот репликант еще не дожил ни разу до 10-го дня. Он ему даже койку не ставит. Не боишься участвовать с Гудком ХПГ? Нет, с Гудком ХПГ участвовать не боюсь. Но, честно сказать, немного разочарован, расстроен таким положением дел. Думал, что я заработал себе лучшую позицию в оксигене. Они меня кикнули или чё? Ребята. А, они в матче сидят. Понятно. Привет, ребята. Привет, говорю, ребята. Здорово. Смотрите, возьмете меня, я могу на ДПСе, но я только мэй торп. А могу на хоге, на этом, на танке. Возьмете поиграть? Не, на мэйн танк надо, сори. Ну давай, давай, я на Рейне могу, на Рейне, ладно, могу. Я не вижу, что ты можешь на Рейне, я не вижу у тебя в аккаунте Рейна. Ну я там играл в других сезонах. Ну не, сори. Ну ладно, давайте. Какие лохи, просто тут... Так можно, как? Вы стрим снайпите? Я выхожу с 30 хп. 30 хп. И они меня не убивают тремя залпами, боже. Вы сидите на этом месте 12 часов, 6 из которых вы просто фармите единственную пещеру. И раз, точнее два раза в 6 часов вы упускаете такой момент. Я бы на вашем месте сейчас нажал F4 удалить игру. Это не ваше. Максимум в доту на 2к ММР. Все. Максим вылетел. Вылетел? Реально? Да. Реально? Да. Да ты рофлишь. Я не рофлю. А мы летим, типа? А вы зависли, да? А вы, наверное, на месте будете, может быть. Да? Надо было прочитать в описании. Это головоломка. Я думал, что это детская головоломка. Тут без хорроров, без всего. Тут какая-то кровь, что-то. Я так полагаю, сюда мне не надо. Бля! Как? Как? Скажи мне! Да как? Ну что сделать?
ты бы не был дедом, если тебе было 600 лет, 6000 лет. Понимаешь, понятие дед, оно применяется не к возрасту, а к твоему, скорее, состоянию. Переключимся на вселенную Mass Effect на минуточку. Например, смотри, считается ли дедом 20-летний Кроган? Нет. А считается ли дедом 20-летний Соларианец? Да. Понял? Правый завод с пластиком за 100 не может выложить. Чувак, это вообще не проблема. Это все равно, что ты приходишь такой домой и говоришь, блин, жена, у нас слишком много денег, мне некуда их уже просто складывать. Это что, по-твоему, проблема, что ли, чел? Вода, я что, не щук пить воду? X-Hollow, ты че? Богатый, взрослый, обеспеченный мужчина. Пить воду. Может, мне еще есть землю, я не знаю. Че вы там еще на бизнес-улице? Ладно, вот это смешно было. Ладно, вот это было реально смешно. Так. Ну, это зависит от того, кому принадлежит деревья. Милая, похоже, ты не понимаешь. Все деревья принадлежат мне. Вы нахуй серьезно? Кстати, вы че, охуели, Ubisoft? Ты обокрала моего солдата. Чтобы искупить. Да, мне понравился Life is Strange. Первый. Второй в меньшей степени. Но это не значит, что я 15-летняя девочка. Серьезно, блять, игра. Ну серьезно, это по-вашему предмет, который мне надо выдать? 10 бомб, блять. Даже у этой бомбы лицо разочарованное в определенном смысле. Она такая, да, блять, чел, я просто 10 бомб, извини. Я просто 10 бомб. Ты хотел взрывные слезы, плеваться зубами, или еще делать какие-то прикольные вещи. Может быть, полет, или щит, может быть, уменьшение. Знаете, блядь, 10 бомб. Я сам, говорит, не в восторге от того, что я являюсь этим предметом. Мне самому не очень по кайфу по жизни двигаться. Да я просто про пупу и лупу вспомнил. Хороший анекдот все-таки. За лупу. Теперь работаем. Оп. Оп. Жесть, мы идиоты с Арштейном. Просто. Два идиота. Сука. Один, блядь, избранная нежить. Второй, нахуй, охранник. Ебучие чаши, блядь. Целого города практически, сука, миллионами лет. Не мог потренироваться копьем в цель бить. Ебать, у меня парик слетел. Ну вот, чат. И вскрылись все карты. Все это время я... носил парик. Ты в курсе, что тебя могут за нарушение техники безопасности на стриме забанить? Это светильник! Вот, это пластиковый светильник. Это не свеча, отстаньте. Это похоже на свечу, но это пластиковый светильник. Вот, видите, я держу свечу за огонь. Это светильник. Постоянно вот это вот. И это прям бесит. Хочу бегать за девочку в кожаной обтягивающей броне с катаной. Блять, меня превратили в анимешника, похоже. Так, сообщение в чате. Сдохни, гнида ебаная. Я тебя раб ебаный. Я тебе хуй отрежу, будешь без хуя до конца жизни стримить. И твич такой. Хм. Возможно, нарушитель. Ведется наблюдение. Это мир смерти? Я понятия не имею, что такое мир смерти, чувак. Но мы живем в мире смерти, да. Люди у нас умирают. Так что, наверное, ответ да. Да, наш мир — это мир смерти. Я не хочу умирать. Мы все умрем рано или поздно. И ты, и я, и девочка, которая тебе нравится. Все. Увы и ах. Застряла. И из-под камешков в аквариуме я вытаскиваю, короче, синего попугая. Маленького.
И типа сажаюсь, он такой расправляет крылышки и садится такой, короче. И в итоге, блядь, постоянно, когда я к нему подхожу, этот попугай, блядь, постоянно оказывается завернутый в фольгу. И у него то морда завернута в фольгу, то крылья. Я, короче, эту фольгу постоянно снимаю с него. Потом, короче, я что-то ухожу, чем-то там занимаюсь, блядь, возвращаюсь к нему, а он лежит, короче, и у него башка полностью фольгой обернута. И я эту фольгу сдираю, и он, короче, начинает дышать, типа, чуть не сдох, блядь. Я просто в ахуе, блядь. Я не знаю, что это за сон, не знаю его значение, блядь. Это конкретно связано с компьютерной историей. Забудь про компьютерную историю. Последний чемпионат, призовой фонд, первое место, 30 миллионов долларов. Достаточная цель? Они ездят по этим турнирам. Так... Да, они катаются по этим турнирам. Посещаю. Это что-то типа, если, ну, как в теннисе, большого шлема, призовые фонды огромные. Да, игрушка простейшая, там 3 кнопки. Не кричи на меня, я в обморок падаю. Реально, не ори, не повышай на меня. Это охуенная хуйня. Я уже Эрику в Великом Новгороде так заебал этой хуйней, блять. Она уже просто вешаться хотела. Вот такая фигня. Ай, блядь, я себе по зубам уебал. А чё вы не заходили, это... Надо было в церковную лавку зайти и сказать: здравствуйте, мне, пожалуйста, когор. Бабушка попросила купить когор. Вот. С невинным взглядом, таким, типа... Мне бабушка попросила купить когор. Можно, пожалуйста? Выкупайте этот когор. И потом в каком-нибудь подъезде, блядь, обсаживаетесь им, блядь. Ты чё? Это тебе шутки, что ли? Он за бабушку не ел, и где она теперь? Нихуя! Царствие небесное. Вот такая хуйня, кстати, может... вот это может прям травму ребенку нанести. Я вам серьезно говорю, вот реально такая хуйня в детстве, если вы услышите, вы потом можете несколько лет думать, что бабушка из-за вас умерла. Рабочая с... Нет, ну схема, может, рабочая, но... Открыть недоступно. Гражданский. А мне здесь нравится. Если тебе не нравится, то иди в сраку. Почему в сраку? Злюка. Есть! Есть! Перегрев двигателя. Нет! Почему? Пиздец, я был первый. Блять, я был первый, пацаны. Ёпа! А если бы ты вез патроны? Как? Пизда! Омегаш 20! Блять! Блять! Ты что сделал? Что ты сделал? Теперь, братишка, доверься коржу. Сколько с тобой изведаем стран. Сколько с тобой заработаем бабок. Целуйте, икра, девушки, девушки. У моей девушки день рождения, у моей девушки день рождения. Знают небеса, моря, этот день есть не зря. Ладно, все, тебе пизда. Что? нахуй, я пошел. Пизда. Пацаны, это ж просто смешно. Она ржет, смотри, ржет, блядь, надо мной. Вам спасибо. Привет, а ты кто? Я Гуль. Крис Пратт нормальный. А моя жена, ой, моя мама, жена. Блядь, как это называется-то, господи? Моя теща, вот. Забавно. Близнецы в мир приходили, нам уделы подарили.
а простых людей удел, чтоб работал и терпел. Кто уделы соблюдает, после смерти не страдает. И нож. Кинут нож. Ну. Чё, блять? Она чё, одноразовая, что ли? Она чё, нахуй? Одноразовая? Блять, я думал, что она всегда будет подниматься, блять, и опускаться. Она, нахуй, одноразовая, оказывается, говно. Эта платформа. Пиздец! Чё за чушь ты ебаная? Зайди на стрим. Но он за вином пришёл, я пошёл, я понял. Бля, я тоже хочу теперь вина. Сань, ты если меня слышишь, я тоже, короче, отошёл за вином. Ты меня забайтил жёстко сейчас. Ты вообще, ты представляешь, ты ничего не делал, ты просто молчал всё это время. А я за вином пошёл, вот всё равно. Всё, сейчас приду. О, вот это подгонщик, только... Блядь! Почему? О! Эй, Квилл, можешь сделать что-нибудь со своей шапкой? Она на меня пялится. Да он просто хочет поиграть. Может, выйдешь с ним на улицу? Побегаете? Ха-ха, очень смешно. Я даже про игру забыл. Я не понял, а что я не так сделал? Что? Что? Можешь подвезти, братан? Братан, подвезешь меня? Я не могу ползти так долго, блять. А он, кстати, легко так справляется достаточно с лестницей вообще. Ему даже пандус не нужен. Ну, эта нация жила без богов, да. Им было норм. Потом пришли боги и их расфигачили. Ну и что? Ну, Джун Ли либо не участвовал, либо не рассказал об этом, что тебе не нравится. Я не понимаю. Как то, что ты говоришь, не связывается со всей историей? Давай. Или ты что, думал, что мы такие встретим Джун Ли, будем такие с ним, значит, стартали, с дворцом разобрались, и он такой говорит: «А, ну слушай, кстати, тут 500 лет назад расхуярили одну дыру, где тут посмели без нас, значит, людишки жить. Вот, прикинь, весело было, весь народ переебали, ха-ха-ха!» То есть вот так, да, должно было быть, по-твоему? Ага. Почему Кеспер дизайн персонажа меньше вам нравится? Потому что я люблю персонажей, которые выглядят как шлюхи. Я исполню любые твои фантазии. Пройди через эту стену. Нет, не смогу. Удивиться, ребят, удивиться. О, волосы ебать. Реально удивился. Хочу однажды, чтобы со мной так же получилось, что я подхожу к зеркалу, у меня тут волосы, и я такой: о, удивление. Чувствуете исправление? Воу! Великий патч. Держись! Гляди в оба, сзади, похоже, идут на таран! Ну, удачи! Да! Вау! Чувствуется патч. Оплата сейчас поступит на твой счет. Заказ выполнен. Ну ладно. Почему я в эту машину зайти не могу? Почему я не могу зайти в свою машину, блядь? Эй, ты меня слышишь? Оживить! Ну да, словами «эй, ты меня слышишь?» он по-любому... Что? О, чёрт! Шестая улица! Я лекарь! Знаю, что? И просто горячие эти восточные парни. За нас. О, прости, я думал... Ты что делаешь? Ну, слушай... Ой, неловко! Ой, неловко! Ой, неловко! Да нет уж! Что значит все нормально? Теперь хуй знает за кого пить. За Найт Сити, окей, давай за Найт Сити выпьем. Выпьем за этот чертов город. Я его больше не могу, да?
могу. Боже, ничего себе его расфигачило. Ему до сих пор не очень хорошо. Чел, нет. Ты думал, здесь что-то будет? Не, дружочек, ты обосрался, блядь. От тебя говной воняет. Мой билд, это реально... Мой билд, это подсосы помогут. Типа вот... Вот, у меня 972 патрона на автомат, кроме 25. Подсосы, мне нужны патроны. Мне нужны патроны. Вот. Сейчас дадут патроны. Все. Где? Вот. Ребят. Вот и билд мой закончен на этом. Через харизму. Был вирус, отставить, который мне, типа, заблочил компьютер. Не слышу, перепечка. Есть. Вот это по-нашему. И сказал, введите код, там, типа, пришлите 300 рублей на такой-то номер, что, получите гаврики? Код, введите с этот код. С рейтингами все знакомились, вопрос есть? Я пересрал, ввел рандом на 1, 2, 3 и 4, и меня пустило в компьютер. Это у него жесткий диск глючит. Так, интересно. Ой-ой-ой. Аравудус нападает на Озона? Почему? Но почему? Но за что? Так. И что? И что дальше-то? Карьерная лестница для стримеров-малюток. Ну вот, кстати говоря, пока что единственное поощрение для победителей ХУПГ, а это нам все ясно, и сержант Графоуни, единственное поощрение для победителей, это в то, что они напарники первого уровня в ХПГ, точнее, я добавил их. Yes, конечно. Но я думаю, нам лучше жить на границе пустыни и леса. Да, да, да. А вот все идеально. Блядь, да пиздец! Почему я не гном? Блядь! Что, тоже упал в этот? Да нет, блядь! Нет, да забей. Маленькая прошлая. Да я, блядь, там стенку нахуй пытался сломать, а сломал кубик стенки, блядь. Был бы гномом, блять, выжил бы. О, почти перелетел. Блять, моя все, я застрял. О, хорош. Не знаю только, от чего это зависит. Ну, я просто в самом начале грубо... Уебать! Все, Алексей, ну если ты хотел там дальше прыгнуть, то ты бы проиграл. Миша? Блять, ну хуйня. И что мы делаем? Не, ну смотри. Теперь ну, подождем. Смотрю, нихуя не происходит. Ну жди, типа, они же появятся. Слышу какой-то крик. Ну, ты, может быть, должен найти все эти птицы? Я не могу управлять этой... О, блядь! О, блядь! Ёбаный в рот! Нахуя, блядь, так делать-то? Пиздец! Ты чё за хуйня? Было прикольно. Так. А это типа... Блять. Щит капитана Америки, блять. Блять, так, такое оружие средневековое, здоровая дубина. Свайнхандер? Дубина. А, хуй знает. Да ебать. Вот в качалку ходишь, там есть тренер для женщин такой. Бодибилдер? Нет, ну вот это тренер, это второе слово. Первое. Спа-тренер, я хуй знаю. Да, спа-тренер, блять. Парильщик, блять, Саня. Ну ты ходишь, ну, ты ходишь в спортзал на фитнес. Хорош. Красный суп русский. Борщ. Не русский. Ты коту отрежешь яйца, это называется? Обрезание. Блять, да ты наугаришь что ли? Яйца отрезаешь, а не крайнюю плоть. Кастрация. У лука куда стрелы пихаются?
Тетива. Заебись. У вас такой тандем просто, блядь. Ты кто? Вот есть я и ты, ты? Я женщина, девушка. Вот, вот это вот второе слово, что ты сказала. Девушка. Ты чья? Твоя? Да, нет, я, блядь. Девушка парня? Я кто? Как ты мне объясняла? Парень. Ты на приколе или что? Ты кто? Девушка. Чья? Я кто? Парня. Я не знаю. Чья? Ты на рус чья? Да я рус тебя, я тоже не понимаю. Я вообще не понимаю, что ты хочешь. Ты хочешь, блядь. Ты говорил, что ты киллер, но ты не киллер, блядь. Блядь, Санде же, сука, там с ножом, блядь, сидит. Ты на приколе, блядь. Сука. Ну теперь это все. В ТикТоке люблю такие видосы, где вот такую хуйню всякие вещи засовывают. Но не тела, я имею в виду. Там кто-то расстроен тем, что мы ушли. Но это пофиг. О, дружище, привет. Блядь, да ты чё, ебанутый? Пиздец, блядь, я же подошел просто спросить, как дела. Вы в Сталкрафт еще играли? Да нет, конечно, что там делать, блядь. Зайти порофлить только на пару раз и все. А потом столкнуться с донатерами, вот, вот с таким вот хуем. Я даже обхватить не могу. И представь, у тебя вот такая вот твоя маленькая недонатерская жопа, и вот этот донатерский хуй тебе залезает в нее. Вот это примерно геймплей дальше. Ебой. Ладно, я нажимаю ready, пока отойду на минутку. Вы тоже нажимаете. Продат, что думаешь по поводу Михаила? Я думаю, что, ну... Бля, я даже не знаю, что я думаю. Ну, он зажрался, короче. Зажрался, ну, нужно ему... Пиздец. Сделать. Такой есть, да, паренечек, конечно, пиздец, блядь. Ну, я бы ему сел на лицо. Жопой? Опа, бля, вот это лукового уже вызывает. Как же я люблю соус-лайки, ебать, блядь, как же я обожаю. Снова тебя ебут в жопу, а ты идешь снова туда же, чтобы тебя снова трахнули в жопу. И опять сценарий так же повторяется миллионов 50 раз. И в итоге, когда ты убиваешь ебучего босса, ты просто чувствуешь, что вся твоя жопа выебанная улыбается вместе с твоим лицом, и ты просто максимально доволен. Так, стоп. Паук... Блядь! Владик! Владик, убегай! Дружище, беги! Отпусти, блядь! Он порвал гравитацию. Дружище, спускайся, меня пиздят. Подожди, я тут кое-что опасное задумал. Да пошел ты нахуй, ёбаный разработчик, блять! Он поставил две ебаные два топора и засунул туда мимика, блядь. Козлина ебаная. Какой-то типа... ну подожди, ну просто понимаешь, если я кручу одно, у меня крутится все сразу. Блядь, а может мы неправильно все поставили из-за того, что у меня смещен компас? Бля, Влад, все, я офаю и тебя кручу. Давай. Все, давай. Ай, блядь, это просто ахуй какой-то. Вокруг все пропылесосил, не нашел, блядь, станцию, засосал еще шторы каким-то, блядь, образом и разрядился нахуй в этом же месте. Жизненно вот и покупай, блядь, эти пылесосы. А там еще у нее озвучка такая, знаете, как будто
Девушка, записанная с банка Ягуара, она так сидела. Начало зарядки. Я, блядь, я уже какой месяц читаю гайд, как пропатчить этот этот пылесос для того, чтобы изменить озвучку, потому что, ну, по-английски непонятно же, нихуя понятно. А когда русский включаешь, и он может заряжаться в течение, заряжается, и ночью происходит примерно в 5 утра, когда ты спишь, такой звук. Зарядка полностью окончена. Блядь, если честно, это очень неплохо подойдет на интро канала, чтобы когда челы заходили, у них вот этот вот видосик воспроизводился. Я думаю, это будет немножко по-другому. Всю свою жизнь после того, как случился первый половой акт, я... Мечтал о втором. Все, здорово, мать. С матерью тоже нужно поздороваться. Каждый раз я очень жду, как... Здорово, мать, вот. Да, Вова придет с работы. С ним мне более комфортно здесь. Жена здорова, муж пришел. Находиться. Че на стол накладываете? Лото, съем лото, пацан не заржавеет. Истории. То есть комп нужно нарисовать прям в перспективе, четыре ножки, как полагается, да? А я лежу на кровати, ну и мы там о чем-то Саддам Хусейн. Да. И мы там, блин, стул не в перспективе, простите, как бы. Надо дорисовать ножки, все нормально. Вот, я лежу, и подо мной, надо мной, и надо мной, значит, в стене светильник. Как сейчас помню, то есть он там типа металлический, фарфоровый плафон, все дела. И он включался такой цепочкой, состоящей из шариков. Вот я лежу и смотрю на него, а в нем нет лампочки. Я взял палец и засунул светильник, и меня ёбнуло током, короче. Ну не сильно, но так потрясло. Зачем я это сделал, я до сих пор не понимаю. Нет, ну, объективно. Взрывать, огнетушить. Ну. Они, конечно, прям постарались, заморочились имитировать фир. Вот эти вот гигантские дырки. Вот эти вот современные солдаты. Не помните, фир вот такой был монстр? Это Альма, да, она вылезала из мусорных банков. Кстати, безинтересная история, мне пришли $150, типа, открываю телефон, вам отправлено AdSense, вам отправлено $150, я такой, опа, это, Маша, едим сегодня, типа, у бабки не занимай. И потом понимаю то, что сейчас Тинькофф просто 200 баксов комиссию срезает, то есть эти все 150, они вообще никуда, да, на карту Тинькофф, типа. Все, типа, я еще Тинькоффу должен, полтос остался, как бы, итог истории такой, я так понимаю. По собаку раскрыть сюжет. Юя, заткнись. Вот сюда. Да он нас самих скинет. Да, сейчас, рискнем. Давай рискнем. Ой, нахуй я тебя. А вот я как раз. Ну окей, как бы изи. Ой, блин. Что происходит? Стреляет. Да, в итоге дотянулся до меня, а не до тебя. Что? Надо полная хрень была. Что это было вообще? Зачем? Ричард, зачем? Не, Apex, да... Мне понравилось, там, японский киберспортсмен, ну, стримят, типа, играет, они, ну, типа, их склад... Ну, они падают, всех убивают.
Он такой спектейтит чувака, который их убил. И просто чел прыгает, не целясь, вот так в прыжке. Просто всех скашивает. Берет крабер, вот так пиу, стреляет в никуда, попадает по челу. И он такой сидит такой. Он даже репорт не кидает, он просто смотрит на всю эту хуйню. Такое. И потом я прихожу, возвращаюсь, он в Valorant играет. Я понял, а вдруг это, короче, это... рекламу Valorant настолько ебану. У меня сразу мысль такая, вдруг они специально типа читеров туда зафигарили, чтобы люди увидели, что там читеры, типа идите в Valorant, потому что там охуенно античитеры, что-то такое. Ну, понятное дело, нет, но он поиграл, и потом я такой смотрю, на следующий день он все равно в Apex. О-о-о-о-о! Наконец-то. We got them. We got the ass. Ну, например, чтобы понять какую-то вещь, нужно просто подумать. В этом помогает мозг, да. Просто не уверен, что я — это мозг, типа того. О. Чихуахуа рейс? Одс? В каком плане? А, типа шансы, что выиграет? Ну, выиграет оранжевая. Скала оранжевый выиграет. Нам не нужно покупать кого-то. Это все наше производство. Так, ой-ой-ой, блять. Так, ладно. Боже ты мой. Ладно, я помыл плиту как раз. Я помыл плиту, поэтому не страшно. Так. Холодным маслом сейчас смажет. Нет, нет, оно растает. Если 30 раз присесть на месте, будет подсхалка? Десять. Двадцать. Меня банули. Теперь DMC. Да. Поскольку спать я пока не иду, я себя бодро чувствую. Озвучь 7 смертных грехов, плиз. Там жадность, типа душность, мошна, вредность и все такое. Неделю будет идти конкурс этот. До 25 сентября. На самое интересное блюдо, по моему мнению, я буду судьей, я решу. Ясно? Я выберу одного человека. Все остальные расстроятся. А меня это не будет волновать. Вообще нисколько. Победитель получает Т3 подписку на мой бусти. Нужны условия. Самому нужно готовить? Да, самому. Только самому. Заказы не котируются. Дэну не желаю, ибо накормлен видео. А? Не. В этом видео. Что ж, некоторые стримеры я видел. У некоторых стримеров майки, они вообще ничего не стесняются. Они просто пенис туда налепили и текст какой-то про трезвость там. Удивляюсь их смелости. Я такое себе позволить не могу. Блин, уехали. Сука, нахуй я поставил заряженный дирижабль сюда. Господи, надо было думать.
которая у меня заготовлена. Жандос, давай нашу любимую. Микури Бура, Бора, продолжай. Спасибо. Все ребята, всем привет. Как дела и чаемся? Я вас всех люблю. Подавай пинь пара пуру пи пу пум. Это немножко неправильно. Марина, кстати, пишет. Смотрите. Подорвалась. Здравствуйте, я настоящий человеческий оператор. Задавайте вопросы, очень быстро отвечу. Можно ли гроб использовать как корпус для ПК? Так это арена, куча трупов. Не знаю, хочу ли я туда. Ебать, ты на крышу залезла! А, блядь, зажала! Просто как она на крышу залезла? Как? Как она на крышу залезла? Как, блядь? Добить! Блять! Вы просто посмотрите на это количество хп! Его нет! Блять, как я отсюда выбегу! Почему это всегда со мной происходит? Как бы ты, собственно, секретаршу одел? Ее домашнюю одежду или формальный наряд секретарши? Я бы не одевал свою секретаршу, потому что она тоже человек, и у нее есть фэшн-сенс и чувство собственного достоинства, и я его уважаю. А то, что она решает, кого в какую одежду одевать, о многом говорит само по себе Мейгон. Я бы не одевал свою секретаршу. Now that's another point. Как бы ты одел свою лоботомированную секретаршу. Мейгон, каким-то образом ты только что все сделал еще хуже. Я не знаю как, но тебе это удалось. И я поздравляю тебя с этим. Напоминаю, стандартную хуйню относится ко всем. Свои все страхи, сомнения, психологические трудности. Самостоятельно прожить и проработать, конечно же, можно. И возможно. Но с врачом быстрее. Мне потребовалось где-то две трети года терапии, чтобы прийти в себя. Здорово, Мих. Здорово. Мих, стой. Да стой, Мих. Стой. Ай-яй. А! Сука, Мих! Мих! А! Да сук! Сядь! Мих, не надо, Миха! Блин, у меня пистолет не заряжен был. Он за мной бежит? Как тебе такое, а? Не ожидал такого? Это скилл, блин. Мих, ты чё залез туда? А, Мих. Все нормально. Тут, наверное... О! Так, чекпоинт.
интересное место. Почему ты помогла мне? Это душа смертна. Это значит, что ты можешь спастись из небытия. Я никуда не смогу спастись, пока не получу амулет обратно. Возьми меня с собой. Я взяла целую вечность, чтобы спастись. Ты не понимаешь. Я не могу уйти без амулета. Что за кал, блин? Что за кал? Трейтер. Шинок. Пипечил, блин. Добро пожаловать в мой дом, Саб-Зиро. Если ты все еще ищешь это реально... амулет, то можешь найти его там. Похоже на фильм место. Для взрослых какой-то. Большая Шинока, ты немного запоздал. Я был занят. Неужели ты не понимаешь, зачем Рейден послал тебя? She's the real deal. Oh, I got eyes, brother. As younger you, I solemnly swear to tap that at the earliest opportunity. What? It's our destiny. Out. Можно и лисичку еще оформить, да? Лисичка. Ах ты, сука. Что ты делаешь, блин? Немного трюков для вас. Блин, это реально Fallout. Это Fallout с панями? Я думал, это шутка. Это реально Fallout с панями? Чё за ерунда? Блин, без музыки, кстати, супер кально вообще. Тринь. Зарядка, походу, висела. Чисто зрилы просто, как будто, вы знаете, в игре. Из чатика. Просто едет и останавливает. А чё машина не поехала? Это чё сейчас было нахер? Это было по-настоящему круто сейчас. Блин, вот это ты меня уел. Ого, я лыбу давлю. Смотрите. Смотрите, это я маленькая. Ой, господи, такая, господи, посмотрите на это лицо. Я такая щекастая была в детстве, просто. Тебя что, реально Фреда зовут? Что, с никнеймом назвали? Нет, на самом деле, у меня был другой ник. У меня всю жизнь был ник Мисплейти. Но потом надо мной начали издеваться парни в КСе, что я плоская. И я переименовалась на Фредушу. Там нужно было жестко переименоваться. Типа, был промежуток, когда я была Мисплейти. Потом я была девушкой где-то 2 дня, потому что не могла придумать себе ник. У меня был просто ник девушка. А потом стала Фредуша. Примерно вот такая вот история моего никнейма. Все, я собрала. Сколько? Минута? Нет, полторы, да, вроде минута? Полторы минуты. Полторы минуты. И кто за всякое время? Как будто бы минут 30. Да, минута 30. Кайф. Ой, какие домики прикольные, жесть. Блин, на самом деле супер некомфортно жить в таких, наверное, потому что у тебя окна только с этой стороны. Ну или с другой. Но выглядит прикольно. Прям как Фиш-Короле. Наверное, оттуда скопировали.
О, котик! О, котик! Прыгает! Блин. Самоутопленник, блин. Там явно вода же в этой штуке. Ой, господи, извините. Блин, я теперь не могу. Не могу это развидеть. Господи. Ой, счастье этому котику и здоровье. Тело, ноги. Чуваки, это клик. Ой, ладно. Ладно. Чуваки, палец. Непонятно, что ли? Палец. Что засовывает обычно? Нет? У вас нет такой ассоциации? Ладно, хорошо. Ладно, хорошо, у вас нет... Ладно, хорошо, все, забыли. Извините. Хорош. Бля, мне хуёво уже. Ну, пожалуйста. Нахуй! Ебать! За Аркашей смотри. Да Аркаша сыт там минута, а он даже shift не жмет. Он боится, он, видимо, не умеет shift отпускать. Это какое-то посмешище. Увидели, насколько он прошел? Ой, ну и Дорислав. Блять! Ебать ты лох, Аркаша, ты чё нахуй? Ты 40 минут шел, вот такими шажками и обосрался. Ой, бля, позор, бля, всего рода. Фьот может выиграть. Так, ребят, у меня к вам вопрос. Когда крестили Русь? Ну да. Когда? Ребят, I have a questions. Когда крестили Русь, ребят? I don't understand the question. What's the question? Когда крестили Русь? There's a guy with a gun and a really big backpack outside. Oh, fuck. Дарт Мол, Мэс Винду, Джин Кью Ай Пулова. Какого еще полувагона? Я не помню, откуда я это услышал. На каком-то факультете МГУ проводили какой-то опрос. И там все замемили, как раз ну, на этом факультете очень много людей играло в Гатан первый. И они, очень многие, в одних и тех же пунктах написали, что они состоят там в культе спящего, бла-бла-бла, еще такое там какое-то разбирательство, блядь, началось. Начали выяснять, что это за культ, блядь. Ты представляешь, у тебя частицы, короче, в твоем теле, если что, вот когда ты рождаешься, они вращаются по определенному спину, вот твои частицы. Ты можешь изменять их вращение в разные стороны, короче, крутить, и уходить в инвиз. Вот снежные люди так и делают. Как бы ты что, не в курсе? Типа, вот снежные люди, почему их никто поймать до сих пор не может? Вот. Потому что они берут, в инвиз уходят, короче, и все. И их не видно. А также телепортироваться между измерениями могут. Вот. И как бы я всегда с такими людьми на одной волне. Ты произнес мое имя. Снежные люди на алюминии производят, но только на Земле, а в другом измерении. Поэтому все, блядь, в порядке. Вот, как бы, и на самом деле вот это и распыление, которое летит, оно просто из другого измерения идет, как бы след остается. Если будут спрашивать, скажи, что доктор Куэльный это... Как по-английски неделя будет? Митяй. Твик? Так, The Tractor Driver Dick. Хорошо, хорошо, да. Хорошо, хорошо. Чат придумал. Плюс один. Там обычно типа подводится, типа вот за трик. Вот за трик, блядь. Бля, ребят, реально клепаните. Если я через полгода захочу поиграть еще в эту помойку, блядь, скажите мне, что никогда, блядь, никогда в жизни, блядь, никогда. Блядь!
Вот оно пое комьюнити, блядь. Вот оно пое комьюнити, понимаете? Ты сидишь такой, говоришь, блядь, чуваки, ну не задаешь вопросы, спрашиваешь, что, как там интересуешься по игре. А они тебе, блядь, стример тупой не знает, блядь. Блядь. И он не знает, блядь, игру второй раз запустил, блядь. Блядь, не знает, пиздец. Да ты уёбище, блядь. Конченая нахуй сидит, блядь, смотрит стрим. Что ты, блядь, ржешь? Пиздец, пойдешь, блядь, тренироваться кому-нибудь новичком, блядь. Я тебе тоже желаю, чтобы тренер какой-нибудь, который тебя учил, блядь, так же. А, блядь, в зал пришел, чувак, блядь, жрет хуйню, жирный, блядь, чел. А, хочет тренироваться, научиться, ебло, блядь, не знает как. Понятно, пошел нахуй. Так он так и делает, блядь. Кармик лицо, говорит, попроще сделай. Да, блядь, здесь нужно 50 высших образований в этой игре, блядь. Ладно, всем пока. Сиди, блядь, давай, смотри, куда ты, блядь, собрался? Сидит, блядь, давай, всем пока, блядь. Все, сел, сидишь, смотришь, блядь, не выебываешься, спокойненько, блядь. Я, говорит, пошел, блядь. Куда ты, блядь, пошел? Дела у него. Ладно, все, сижу. Вот сиди, блядь, не пизди. From me when I need you most, we got love. Get Ты играешь в гвинт? Да. Ой, ты что за звук был? Да это я сама в свой капкан попала. Блядь, ну так ты точно не выиграешь. Ну ты да. Ты разворачиваешь корабль? Я, естественно, играю аккуратно кол. Понеслась. Падает туз, это замечательно, он у нас теперь наци. И задача, чтобы доска не стала спаренной, да, доска не стала спаренной. Я думаю здесь сыграть, как я могу добрать с этого парня, допустим, как я могу добрать с этого парня, если я сыграю чек-кол на его ставку здесь. Или нет, я запушу ему просто. А я ему запушу, пошел в жопу. Туз валет. Фу, есть. Блять, есть. Ну погнали, чё. За 200 баксов, let's go. Девятки покажи, пожалуйста. Покажи девятки. Кол тоже. Блядь, да ну нахуй, 10 one time! Кресту, блядь, сука, да! Сюда обоих, блядь, 350 баксов. Сюда, куда ты колил, блядь, фиша? Зайдет, лям фишек стэк. Сюда, поехали, работаем. Спасибо, братишка, держи тоже фейверчик тебе. Держи, братик. 450 баксов. Хорошо, отбил входы. Он тебе сбросил ран, да быть не может. Ты чё, ёбнулся? Объясняю, как это должно быть сделано, сука, в нормальной игре, блядь. Объясняю, нахуй. Просто, блядь, должно быть написано. Вы действительно хотите, блядь, начать дейли, блядь, ежедневное задание? Внимание! Оно прервет текущий прогресс игры. Внимание, вы согласны? Я еще раз прочитаю это, ребят. Итак, доброй ночи, Александр. Победа тебе в игре. Поздравляю тебя с машиной. Но это я не хотел читать, но ладно. Помнишь, спрашивал тебя совет про девушку, которая изменяет. Оказалось, что это правда. Прижал ее, и она призналась. Прижал ее, он в смысле имеет в виду, ну типа, по фактам каким-то. Типа, ну вот, говорит, ну короче, вы поняли, ладно. Так вот. Были 5 лет вместе. Свадьба должна была быть в июне. На эти деньги купил тачку тоже вчера. Вот это я понимаю, красава, братан. Не зря на стрим зашел, бля. Просто лайф себе поменял к хуям. Красавчик.
Первые два брака пристрелочные, согласен, плюс-минус, да, чисто посмотреть по ситуации. Знаете, когда у тебя, понимаете, что такое первые два брака? Это когда, допустим, у тебя есть 10 тысяч золота и молодость. И ты такой думаешь, дай паролю в таверне, о, дамакон, типа, прикольно. Потом хуяк такой смотришь, а он же слепой троглодит. Ну, типа, и не видит нихуя. Ты такой раз, опа, катбельт. Потом опа, опа, аламара наролил, ну все, нормально, замейнил он, земельку полутал, получилось. То есть ты как бы ролишь немножко, ты смотришь, какие герои придут в таверне. Ты как бы пробуешь найти что-то. Так, ладно, погнали. Потом катбельт, да-да-да. Катбельт с поместьем и нормально. Вроде катбельт, смотришь на него, думаешь, блядь, что за пиздец. А такой раз вроде поместье базовое, ну и... Ну и ладно, бля, ну и потянет, типа, ну а чё мне, хули, зато поместье. Меня бахнули эти жучары. Они здесь двое, будь аккуратен. Давай, насыпай ему за это. И второму насыпай. Сможешь? Я знаю, что я могу! Красава! Поднимай папку. Просто развалил двоих супчиков. Сюда. Угу. Надо как-то держать на одной ветке. Так, а как тебе оттуда скинуться? Это я. Это что такое? Что с тобой случилось? Куда-то гранату кинули, и я... Да ладно, как так произошло? Подожди, гранату я прям серьезно? Я не знала, они просто... Они да? Ее кинули, и как-то мне сломали парусник, и я упал. Ну и дают. Блин, ну это профессионалы какие-то. Сейчас попробую тебя поднять. Мужчина, небритая персона. Мужчина, женщина или небритая персона? А, у нее еще голос мужской. Да ну нахрен. Так. Секундочку, ребят. Давай, давай. Замечена вражеская машина смерти. Попробуй сюда, сюда, сюда. Переиграл просто. Еще один ублюдок. Есть, извините. Фу, подожди. Что творит этот Саня? Ребят, отвечу Саня, на все. Привет. Как разрулить катку? Хочу выехать с респы, но сейчас очень сильное ГО. С каждой неделей ГО становится все сложнее. Рассматривала альт ГО через Казахстан, но там штраф. Не знаю, братан, зачем тебе это темпование? Все объекты есть на респе. Ты просто не умеешь их собирать. Вот, разведку сделай лучше, куда тебе спешить? Выйдешь в центр, там центр говна, зальешься на блоке. А у тебя все объекты на базе, так что посмотри, подумай. Вот, так. Да, ну ты боел. Блядь, чё за хуйня происходит, блядь? Туз! Он выиграл эту раздачу! Он выиграл её! Мегалемами, мама мия. Сквозь обыденность пасмурных будней, заслужив свой вечерний покой, в шумном роли людском челу трудней, я устало шагаю домой. Я смотрел им в глаза мимоходом, кто-то болен, а кто-то не спал. Кто-то пил и кутил до восхода, ну а я просто сильно устал. Грусть тоска не отнять, не прибавить, от былого настроя лишь тень. Но есть тот, кто способен исправить даже самый испорченный день. Его стрим для усталых отрада, как для путника в гобе глоток. Пресных будней хмельная услада, его скромный вечерний поток. Он расскажет тебе о великом, может двоечку даже пропьет, ну а может фатальным искриком до истерики чат доведет. И сегодня опять до рассвета, отдавая себя до конца, будет длиться трансляция эта, заряжая людские сердца. Сквозь обыденность пасмурных будней, в свете тусклых экранных огней, 10 000 людских пчелотрудней наблюдают за ходом коней. Нифига ты, братан, выдал. Мощно, конец. Переместить. Вау, я могу ее двигать. Слушайте, а что если... Ее бы, конечно, взломать не помешало бы. Я тупая. Я еще решила... Вы будете смеяться, наверное, над этим. Я решила ходить. Начать ходить. В соляные пещеры. Я пока не ходила ни разу. Но я уже себе присматриваю, так сказать, места.
Я уже начала немного. Сейчас объясню. Я, короче, вспомнила, что я маленькая ходила в соляные пещеры. Когда я была маленькая, и у меня болел насморк, болел нос, то я помню, что мне прописывала лор ходить в поликлинику, там, в такую бесплатную комнату соляную. wikipedia.org. Спасибо. Кстати, вы мой краш. Спасибо! Вот уж не за что. Мама, мама! Как там? Мама, мама, где взять для борща красную воду? Вот это. А вы знаете, что когда Юля делает из теста сладкие булочки, помещение, где она это делает, всегда на одну сладкую булочку больше? Так, ты что теперь, пытаешься меня задобрить? Или что? Это не сработает. Я все равно злая. Тихо. Майнкрафт — это моя жизнь. Курочка бежит за тобой и ее седлает человечек-зомби. Show me all the things that I shouldn't know. There's a blue moon on the rise. I had everything, opportunities for eternity, and I could belong to the night. Your eyes, your eyes. I китовую акулу. Китовую акулу вот такая. На серединку ставлю где-то на 50%. Да? А другие инструменты? А что, гитару убираем? Пианино убираем. Да? Вроде сделала. Фост раннер. Кого? Кого кусает? В смысле? Теперь молчит человек-сосед. Ну когда же ты перестанешь срать на мои цветы? Что? И такая драма начинается. Здорово, чуваки. Здорово. 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 Здорово, блин. Здорово. Здорово. Что это? О! Что это на правой руке? Что это? Что происходит? Ой, что происходит? Ой, с левой рукой что-то, ой, что происходит? Опа! Это сердечко для вас собралось.
Да, трехпиксельный ретро Саня, да, это я. И движение. Смотри. Берешь таблетку цитрамона. Возможно, берешь таблетку... так сказать... аспирина. Если у тебя температура. Берешь и танцуешь. Все, заходишь в круг. Там постоянно свет моргает. Вот так вот. И все, и танцуешь, ну, ты не смотришь, как ты танцуешь, тебе плевать. Ты просто забываешься. Ты забываешься в танце, и ты в толпе начинаешь танцевать. Танцуй для меня, казачка. Эй, а почему нет? В конце концов, последнее желание надо выполнять. Чего происходит? Что происходит? Жесть. Мои ноги устали. Жесть, это я банить так могу. Я банить людей могу. Вот так могу сидеть. Что? Чё ты сказал? Что? В бан. О, я нашел, кстати, как слово «ладин» будет этого самого косплеить Шрек. Опа! Здорово, мужики! Так и что мы тут делаем, а? А что вы тут делаете, ребята? Я вообще понять сейчас, если честно, не могу. А так и вам что, нужна моя какая-то помощь? Если вам таки надо, чтобы я вам рассказал, как вам нужно сейчас пройти, тогда я сейчас это все сделаю. У них что-то очень жестким захотелось картошки. И они такие, надо жарить, блядь, срочно картошку. А мы говорим, да тут мясо, не, ну, пожариться не может. Какая, блядь, картошка? Он говорит, нет, надо бросить картошку. Мы говорим, да нахуй твоя картошка не нужна, надо мясо сделать уже. Он говорит, да нет, картошку. И он по КД эту картошку, блядь, закидывает. И нахуй тушит все, весь костер, он тушит все угли. Он тупо вот так все угли закидывает картошкой. Мы говорим, да, блядь, потухло все уже, мясо не жарится, мясо пропадет, на картошку твою похуй, мясо, блядь, дай пожарить. Он говорит, да я картошку хочу. Мы, блядь, убираем его картошку, разводим заново огонь, догорает, угли, подкидываем туда мяско, ставим, блядь, только отвернулись, он нахуй картошкой все закидал. Он говорит, да я картошки хочу, пацаны, нахуй ваше мясо, я картошки хочу. Блядь. Что вы делаете? Типа, чувак, йоу. Ты сейчас попробуешь самое жесткое мясо вообще, самое офигительное, которое только ел. Потому что это мой личный маринад. Это мой личный маринад, мать твою. Я знаю дело в мясе. Йоу, это мужская тема. Сейчас я это так пожарю жестко. Нет, нет, парни, здесь нужны не дрова, здесь надо... Нет, нужно сейчас... Ты не понимаешь, сейчас тебе все... И типа, и каждый начинает... Блядь, ну я же говорил. Ну я же говорил, как надо делать костер. Ну я же говорил... И, ну, и по очереди все пытаются говорить, ну я же говорил, ну блин, ну я же разбираюсь, дайте сейчас мужик сделать. А по факту собрались, ну, 5 челиков, которые нихуя не понимают, как нормально жарить. И мы, блядь, 8 часов жарили ебучее это мясо и нихуя так в итоге не пожарили толком. Мы просто сидели, блядь, анекдотов наслушались. Ha 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 ha!
говорится, никогда не надоест. Реп, по-моему, звучит достаточно жестко. Что происходит? Что происходит? Что случилось? Эцио, что ты там увидел? Что там? Дай посмотреть. Что там? Что это? Что это было? Не, что должно случиться? Она пукнула только что? Я так обычно приступаю, когда... Бля, по-моему, она... Она пёрнула и офнула. Бля... Это было круто. Я встану даже. Это было отлично. Когда, типа, война, все дела, ты сидишь в Никохе, сидишь, ну, скажем так, ощущаешь атмосферу, мягко говоря. И у вас там новости постоянно, прилет туда, туда, сюда. Вот тут постоянно у вас новости только по поводу войны и сложности, что там вода, еще что-то. У вас новости такие. Ты заходишь в одесские новости, а тут, блядь, новость. Типу пообещали деньги и пачку сигарет за то, что он отсосет где-то на пляже какому-то челу. В итоге чела трахнули, а сигарет так и не дали. И ты сидишь такой, чего, блядь? Чего, блядь? Это что, блядь, за новости такие? Где новости-то? Чуть не нравится, что ли? Сидеть недовольные какие-то. Так не проблема. Если вам что-то не нравится, я просто могу исчезнуть со стрима. Если вам что-то не нравится. Может, давайте, может, я исчезну со стрима, может, так лучше будет. Будете сами тут сидеть. Ну, давайте, может, так тогда. Давай, а я могу. И чё, ну я, ну да, давай, давай. Ой, бля, пиздец. А потом будете плакать, если я исчезну. Потом не говорите мне потом, вернись. Не надо потом так говорить. Сейчас исчезну, пиздец, как нехуй делать, понятно? Все, блядь, все, понятно? Все, понятно вам? Понятно? Вот. Это звук. Вставляем ключ. Это звук. А уйти из чистого листа. Опять начнешь сначала. Блять. Звоню в последний раз. Блять, как вошло-то. Вот нахуй наш не так обидит. Аминь, иди сюда. Иди туда. Сюда иди. Аминь. Ами, иди сюда. Ами. О, карьерная лестница. Блять, что ты сказал? Артём. Ну, Артём. Да что? Ты всё не так поняла. Речь о Нине, о твоей подруге. Блять, давай, блять!
жизни. Ну-ка, 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 стой, стой, не двигайся, стой. Мне кажется, ты черт. Вы посмотрите на эту девочку. Фак! Да почему он первый-то меня бьет? А, я не могу, блин! Рев самки медведя, защищающий свое потомство. Ля, из йен! О, вот это нормальные подарки! Вот донатики принесли, и какие там цветочки! Вот подарки для нормальных актеров! Йены на шею надевают, донаты! А что? Цветы, пожалуйста, только из денег мне дарите. Спасибо. Что есть кошечки, простите. О, смотрите, какие. Какие шарики. Фа. И здесь кот. Все пугалки вообще не очень. Ууу, амбрелла. Ля. Так. Раз, два, три. А это костюм горничной. И. Вроде симпампучно вышло, как в старые добрые времена. Кошку, наверное. О, он мой клиент, смотрите-ка. Лол. В отделение полиции! Я выкинула таксиста из машины, и он мой первый клиент, просит отвезти меня, себя в отделение полиции. Потом... Нет! Нет! Сучий ты потрох! Поганый ты! Да ты, слышь, Сплинтер! Окстись! Окстись, Сплинтер! Сплинтер говна! Я обожаю эту компанию, но эта игра просто хуже всего. Просто вот они Сплинтера, понимаете, всунули сюда! Старого, грёбаного, вонючего Сплинтера! Домой! Нет, домой, я сказала. Не надо у меня на шее сидеть! Чё ты встал-то? Чё стоишь? Дурак. Иди сюда. Нет! Где вода? Где хоть одна капля? Слышь? Сука! Да пошел ты в жопу! Вы открыли? Да, для вас. Вау, но... какие хорошенькие! Так, а вы где? Я внизу. А я вверху. А лучше быть вверху или внизу? Ну, смотря... Если я твой учитель, ты мой ученик, мы джедаи, то, наверное, вверху лучше. Кач алтарь. Реально собака какая-то на теле накачанном.
Стоит качок, руки расставил, гачи-мученик, да? Сколько ходить-то можно? О, а я, кстати, тоже так могу теперь. Наконец-то! Ну ты... Сам ты... Можно? Ах ты грёбаный... Ну, от тебя я, конечно, не ожидал такого, ну ты... Пошел ты на... Сама иди... Пососи... Стой. Сигнал. Мы слишком далеко. Удобно, удобно. Ай. О! Все, мне можно открывать глаза? Я в чат посмотрю. Я считаю, что я нарисовал. Так. На один всего лишь, 5 тысяч залил. Да, нормально. А один разве не 1500 вообще? Пятерка. А, пятерка? Ну, в принципе, да, лучше сейчас это сделать, чтобы понимать разницу. Ну то, что я наиграл на пассом, я скажу, что Хаур не проигрывает почти. А ты ставил себе какие-нибудь убойки? Что я сделала? А ты начала говорить и не затыкалась. Я говорю, замолчи, замолчи, а ты не замолкала. Вообще-то это вы начали. Чего я начал? Ой, да все забейте. Ой, все, вот это вот типичное твое, ой, все забейте. Думала, чтобы такое ответить. Да не придумала, да. Алиса. Что такое ликоплазма? Ответ из интернета. Микоплазма – род микроорганизмов, включающий Алиса. Более сотни... Ликоплазма! Ответ есть на Яндекс.ру. Читаю. Микоплазмы – микроорганизмы, Алиса. Занимающие промежуточное Алиса. Положение между Алиса. Бактериями, грибами Алиса. И вирусами. Обычно микоплазмы Алиса. Прикрепляются на клетки эпителия. Алиса, стоп! Слизистой выстилки кишечного, дыхательного и мочеполового тракта. Паразитирует в клетках хозяина. Среди достаточно... Пошла ты нахер! ...рода озон еще более активен. Ты мне предлагаешь им подышать? А кому еще? Мне плохо не станет? Смотрите мне, я же переживаю. За кого? Сборной голосовых помощников пока не существует. А жаль. Что? Сборной голосовых помощников пока не существует. А жаль. Что это такое? Минуточку. Алиса, давай тост. С удовольствием. Предложите тему для тоста. Космос. Давайте выпьем за космос. Чтоб в новом году больше не было детей. Потому что он пропитан духом любви и добра. А вместе с тем, процветание души во всем мире. Чтоб не было детей? Блять. Чё там за Наруто справа от меня? Это каким нужно быть тупым, чтобы не выиграть в этой игре? Мы не разобьемся! Ебаная мать, блядь! О! Мяч! Может, не надо во все врезаться? Если в идеале, то... О, получилось! Эти вершины опасны, Питер Квилл! Я знаю, знаю! Охуенное управление сразу! Видно... Правда? Подумали! О ПКшниках! Это было не нарочно! Рули! Рули! Хватит орать! Рули! Береги той штуки! Мяч! Получай, как оратор! Питер! Беречься той штуки, да, я понял! Сейчас врежемся! Держитесь за что-нибудь! Иди нахер! Вопросы есть на тему моего рукожопства еще? Есть! Или вопросы к разработчикам остались?
Я купил 10 куриц, 10 петухов. Хуя там! На одну курицу нужно, на 10 куриц нужно один петух. Он типа шейх, понимаешь? Лучше будет. Они же переубивают друг друга. Зато нам весело будет. Я так понимаю, ты за институт семьи, да, выступаешь? Традиционный. Алиса. У меня очень активная катка. Мне нужно музыкальное сопровождение, чтобы я выиграл. Я вам помогу. Каким образом? По почте пришлю. Зачем по почте? Если ты здесь у меня на столе стоишь. Алиса. Нужна очень активная музыка для победителей. Детская музыка. Отличный выбор. Ну почему? Какая детская? Они там о чем-то своем общаются, а я с айпадом. Я такой, ну я понимаю, что я уже покушал в Сапсане, и, ну вот он, горячий шоколад. Да, горячий шоколад, да, звучит клево. На каком-то там молоке, банановом, не знаю, соя, не соя, я такой, ладно, возьму, интересно. Я тыкаю, 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 не тыкается. Я напомню, с айпадом сижу, у них не распечатанное меню. Тыкаю, тыкаю. Ребята как бы продолжают обсуждать. А мне стыдно, я думаю, блядь, подумай, сейчас какой-то придурок приехал из Москвы и не может с айпадом справиться. Но мои-то мысли о том, что если тебе дают айпад, соответственно, прямо через этот айпад можно себе заказать. Ты просто нажимаешь «заказать» и все. Он добавляется куда-то там в корзину. А это просто, блядь, картинка, как оказалось. Я сидел как придурок. 5 минут тыкал, чуть ли не до дыры. И побоялся у них спросить. Я знаю, что вы делаете. Сейчас покажу вам. Вот что вы делаете. Вот так вот делаете. Вот по носу водите. Вот, видите? И вас очень много. Ваших курсоров очень много. Вот вы сидите весь стрим и так делаете. Ну, последние 1.5 часа. Вот, вот, да. Очень много курсоров. Заметьте, как меняется мой цвет кожи. Блин, ну а прикольно я это придумал-то вообще. Да? Пошел в жопу этот Epic Games со своим сервисом глючным, дерьмовым. Блять, сколько лет уже... Мадары, бля, ло, ай, нахуй. О, боже. Я убил 2 человек, но это уже совсем другая история. Сделал правильный выбор. Все, стример продался. Продал свою жопу. Я тоже Наруто нахуй, чуваки. Потому что сама система стриминга — это несимметричное общение, это вот этот обман, это вот эта хуйня, это... О, блядь... Ай-яй-яй, блядь. Death once again, and the Mojave Wasteland was forever changed. Mr. House's Securitron army took control of Overdrive and the Strip, pushing both the Legion and the exhausted NCR out of New Vegas. Mr. House turned New Vegas his way, but cold. New Vegas continued to be the sole place in the Wasteland where... Чё я завёрнут так? Это машина. Че это? Сидушка? Охуеть. А? Че там? Че кинули? Сука, даешься. С мультофен чем болеет. Ну-ка, посмотри, у тебя будет телефон у тебя. Блядь. Подожди, давай. Сука. Питается. О! Это у нас, блядь, богатая молодежь, нахуй, обедами. Фарши, блядь. Чищу. Свой костюм.
костюмчик. Вот. Юбка. Вот такая юбка. Вот, вот такой костюмчик. Если не отпустить, уже не загрызет, верно. Дело, что я здесь тренер. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday. О, Дия Даша. Happy birthday to me. This is the actual office. This is the original photo. This is the, actually, this is the original billboard and photo. This is the woman they photoshopped my head onto, all to get this right here. So I still fail to see where the propaganda exists. Oh, the Dodgers, dude. Keanu. Ah! Zoomers LULW took a big step, some kind of hoglets. Wow, Zoomers L, back to the bog. Coming with me. Oh, what the? Lap zoomers L rage quit like a soy. Chest. Now we are talking. Crafting. Man. Crafting. Lap zoomers L you rage quit like a soy. Pepper used to bark a lot. Not a single bark now. Not even during explosions. It might actually be year 2000. 25, Amina left long ago, Sadu. Well, Zoomers L, remember some stupid fucking mistake, welcome Matt. Back. I'm gonna kill myself. Oh, shit! Oh! Ah! Oh! Someone help me! Well, Zoomers L, never give up. This portal is probably finishable. Oh my god. This is perfect. I just need the pigs. I just need the pigs. Crafting. Crafting. Landed.
then I go. Look at the lure, dude. Quiero Taco Bell. Chinese in your hand. No, not in your hand. Definitely not in your hand. Don't do that. It's not like that. What are you doing? Why you put that near me? You're supposed to be standing up, water. Jesus Christ. Jake is so scared. All right, we got it. My hands are wet. Oh, fuck. Hello? Ah! Ah! Fuck this game! That's what it sounds like. I think the siren's actually broken.